Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла кактус. Для этого нам понадобится белая основа, форма 3D кактус в горшке. Выглядит она вот так вот. Также нам необходим будет краситель пигментный изумруд. Краситель пищевой коричневый, масло кактуса опунции и эфирное масло мелисса. Я уже растопила часть белой основы, в которую мы добавим краситель изумрудный. Потом добавим несколько капель масла. И добавим несколько капель эфирного масла мелисса. Все тщательно перемешиваем. И заливаем формочку. Лишнюю пену убираем спиртолом. И теперь оставляем до того момента, пока оно застынет. Далее мы берем зубочистку, процарапываем немного поверхность, для того, чтобы слои смешались между собой и хорошенечко скрепились. Теперь в растопленную белую основу мы добавляем краситель пищевой коричневый. Добавляем несколько капель масла. И добавляем эфирное масло мелисса. Все хорошенечко вымешиваем.
После этого заливаем основу в формочку и сверху сбрызгиваем спиртолом. И теперь оставляем до полного застывания. После того, как основа застыла, мы достали мыло с формочки и украсили ребристые края кактуса зеленым перламутром. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!